Ну, буквально коротенькое видео, 28 Фондбанк, магазин Лота Милк. Вот, молоко литр здесь стоит 41 дом, но это настоящее молоко, которое киснет. Вот, как говорят, это лучший, наверное, мне, по крайней мере, Никита нашел этот магазин в свое время, мой сын. Вот, и он говорит, что это лучшее молоко, самое вкусное, ну, правда, вот, нравится. Не только мне, но и коту. Это точно. Он это пьет. А вот стерилизованное пить отказывается. Представляете себе? То есть кот разбирается, где химия, а где настоящая.